Вы, пожалуйста, не улыбайтесь и голову немного левее. Хорошо. Дроздова Мария – мама семерых детей из Ишеевки и по совместительству индивидуальный предприниматель. Свою студию фотопечати вместе с мужем они открыли в 2015 году. О социальном контракте предприниматели узнали в прошлом году и сразу же решили обратиться в соцзащиту Ульяновского района. После сбора всех необходимых документов семья Дроздовых получила материальную выплату в размере 100 тысяч рублей. На эти деньги предприниматели закупили новое оборудование. Благодаря господдержке в студии теперь оказываются услуги по изготовлению ритуальной керамики, фотоовалов и табличек на памятнике. Приобрели принтер для нанесения изображений на эту керамику, вот, и приобрели муфельную печь для обжига. То есть эта технология позволяет этим овалам быть на солнце, то есть на памятник в течение 50 лет. Вот, то есть они как бы не выцветают или мало выцветают. Поначалу заказов было немного, признается Мария, но сейчас дела пошли в гору. Жительница Ишеевки отметила, что в будущем планирует расширяться и мечтает о приобретении оборудования для лазерной гравировки. Сумма, выделяемая государством, рассчитывается по определенной формуле. Учитывается количество членов семьи и, соответственно, величины их доходов. Максимально обратившийся может получить 10-кратный размер величины прожиточного минимума или, проще говоря, 100 тысяч рублей. В связи с тем, что мы находимся в сельской местности, то основная масса заключенных социальных контрактов – это, конечно, развитие личного подсобного хозяйства. Но вообще это может быть любой вид деятельности, который потенциально принесет семье дополнительный доход. На сегодняшний день в Ульяновском районе заключено 123 договора на сумму более 6 миллионов рублей. Программа соцконтрактов входит в реализацию нацпроекта «Демография». Алина Тихонова, Владимир Куликов, Улправда ТВ.